Не знаю. Сегодня 20 июля 2016 года, среда. Вот я пришел к отцу Акиму и спрошу из первых уст. Батюшка, ничего не забудь, расскажи. Ой. Как ты надумался пойти? Вот возле лагеря стояла машина полицейская, и пошел ты первый раз. Первый раз я вчера пошел. Ну, поговорить, думаю, что там они, познакомиться. Там был один молодой. Он назывался, что из Гришинска, будто бы, говорит, участковый из Гришинска. Вот я говорю, а что вы здесь? Да, ну, вот у нас приказ здесь. Около лагеря? А возле лагеря стоит УАЗик, он в УАЗике сидит один. Был, а что вы так? Ну, нам приказ дан здесь стоять и все. Так а зачем стоять? Ну, ничего толком не может ответить, зачем стоять? Я говорю, вы что, лагерь охраняете? Ну да, сказали, охранять. Так это никого нет, он пустой, я говорю, там лагерь, там все пусто, охранять-то некого. Но нам сказали здесь стоять, я и стою. А лагерь-то закрыт в понедельник был, а это уже вторник был. Приказ. Ну ладно, ну я ничего много это не стал, так и поговорили, там как деревня, я ему рассказал, как обосновывалась деревня. Было обоснование деревни, люди, сколько здесь живет, я говорю, ну человека 33 у нас, постоянные жители. Летом гости приезжают больше все. Школа, там, что у нас до 9 классов школа, как наши ученики учатся, учителя, что наши, они только в штате как бы Корчинской школы состоят. Ну и все. А наказание детей там пошло, что вот говорят, наказывают. Конечно, говорю, а без этого как не наказывать? Тебя наказывал отец когда-то? Он говорит, наказывал. Я говорю, меня наказывал отец. Один раз наказал, я сейчас помню, как это было, говорю, 60 с лишним лет уже прошло, я все помню это. Без этого никак, и Бог говорит в слове своем в Библии, что любишь сына, наказывай его, что потом утешаться тебе в старости им. Да? А не будешь наказывать, мы, говорю, так и учим детей, что сейчас, если не будешь наказан, то потом тебя будет дяденька вытаскивать из-за решетки и палкой наказывать, дубинкой резиновой будет тебя лупить. Он, да что, ну а как так, есть? Ведь вы когда попадаете, вы же, говорю, да. Что там его, маслом мажете, что ли? Так, ну поговорили, и все, я уехал. Я говорю, так ты что здесь? Ну, мне сказали, но меня должны сменить, говорит, приехал. А уже вечером было. Говорит, так а что, и ночью были? Ну, наверное, говорит, и ночью. Вот, я говорю, какой мы чести добились, что нас милиция охраняет. Я говорю, этот машину не дал генерал-майор Вальков Евдокимов, он разбился. Так приехал Путин сюда и снял его с работы. То, что не дал сопроводительную машину. А тут день и ночь охраняют. Это выше губернатора. Так это. Ну и все, я уехал. Потом он постоял, я дать уехал. Не знаю, ночью были ли или нет. А утром сегодня, говорит, опять там. Но я собирался быстрее, мне надо было ехать на урывок. И я говорю, съезжу быстро. Я оделся и поехал. УАЗик стоит, УАЗик как санитарка такой. Никого нет, я подхожу, я смотрю, они на сиденьях обои спят, лежат. Один на том разложили сиденье и спят. Я в дверке постучал, но они соскочили. Значит, но я был в форме, в подряснике, с крестом. Я говорю, что, ребята, здесь это... Так, ну, нам вот приказ у нас это... Да приказ-то он глупый, кого охранять-то? Никого нету. В лагере никого нету. Ну, а вообще-то, я говорю, вас какая задача-то вам поставлена, почему так это вот вы? Ну, он один раз... А я вижу, что он записывает. А у меня там этот... Диктофончик маленький-то это, или на телефон там можно, он записывает все это. Ну, ладно, я понял, что записывает. Давай, я говорю, никого нет детей-то здесь в лагере. Но мы знаем, что нет, они вот, когда мы увидели, как там детей, они убежали... Это дети убежали. Так я говорю, вот вы смотрите как, вас боятся дети. Мы боимся на улицу выпускать наших деревенских детей. Уже третий день не выпускаем на улицу. Почему? Боятся милиция здесь. А почему? Я говорю, вас как демонов боятся. А вот, а почему нас боятся? Я говорю, вот это к вам вопрос, почему вам боятся? Почему вас боятся? Я говорю, приехала племянница в гости с Америки. Она говорит, у нас наоборот, где за помощью, что бегут к полицейскому, полицейский защитит. А у нас наоборот, увидали вас, полиция идет, прячьтесь скорее, все, по норам залазьте, прячьтесь, полиция приехала. Почему так? Да вы это направлено. Ну, вы спросите свое начальство. Молодые ребята такие. Ну,
что прячется. Да вот нам, я говорю, ну а вообще-то давайте, может, разрешим как-то проблему-то, из-за чего вас сюда посылают-то, зачем? Ну, это вот прокуратура, там их, прокуратура их на это. Ну, а прокуратура, там этот, Потребнадзор, такая есть организация, Потребнадзор. Что это за организация такая? Я слово «потреб» не могу. То ли потребительское отношение к жизни, только лопать, или это потребовалось кому-то, чтобы душили людей перед ювенальной юстицией? Или там, я не знаю тоже, Потребнадзор. Я говорю, ну вот они приехали в Потребнадзор, посмотрели, там не такие разделочные доски, не из того материала сделаны. Они сделаны из березы, а надо, говорит, из дуба или там из краба, из кедра вроде сделать. Ну, у нас нет этого. Из чего были, из какой твердой древесины? Самое твердое у нас березы. Из так этой... магазины отвергли, которые целлулоидные. Да и магазины, нет, это не годится, вот надо такие. А я говорю, если бы они приехали бы так, да и говорят, да, действительно, у вас досочки не те. Мы вам купим, привезем завтра доски, какие надо. Вот, увидали сковородка, краешек там, щербинка на крае. Это нельзя, там микробы. Взяли бы новую сковородки, купили. За 40 с лишним лет ни одной сковородки, ни одной доски еще никто не дал. Ни один. А 45 лет нынче будет. Да. А приезжают все, значит, а что случилось? Ничего не случилось. Есть такие? Нет. А с чего такие эти проверки-то? Это есть приказание было, но этого я уже не говорил, потом, я думаю, надо сказать, от президента, что лишний раз... Не надо проверки устраивать. Об этом уже был и президент говорит, и Дума. Все. Если ничего нет никаких, то нельзя так устраивать. Ну, я говорю, вы здоровы, вот смотрите, вам разве не стыдно? Вы здоровы, ребята. Сидите здесь, вот спите, лежите. Съехали сюда, бензин жгли, машину били. А сколько дороге... километров от Мамонтова-то? Да от Мамонтова сколько? Километров 70, наверное. Я говорю, мне вот 72 года, я говорю, уже... Сейчас вот сколько время? Полдесятого? У меня же, говорю, два раза рубаха намокла. Спина от пота. А вы сидите, молодые, сидите, смеетесь, и как вам? Вам же потом будет стыдно перед своими детьми, что вы делаете-то. Но у нас приказ... Ну, это глупый приказ, дурной. Ну, а если мы не исполним, нас могут уволить. А что там в колхозе идти там за 1500-3000 работать-то в колхозе? А тут сколько? Ну, а здесь, он, я не знаю, ну, тут 1015-20 получает, все равно меньше-то не может. А что там за полторы? Значит, понятно, шкурный интерес. Ну да, я говорю, так, о, как они... Ну, а что нас боятся? Мы же не стреляем еще... О, я говорю, так вы еще и стрелять будете, наверное, да? Ой, нет, зачем вы так это вот стрелять, это что? Что ли? Ну, так, а как вы говорите? Мы еще и не стреляем. Вот еще, вы бы стреляли еще здесь это, ну... Нет, вы, говорю, с начальством своим так и поговорите, что это глупо, нельзя. Вот. А дети-то вам зачем это лать? Ну, нам надо всех переписать их. А зачем вам их переписывать? Вам зачем это знакомство нужно? Вы их не привозили, никакого отношения к ним не имеете. Зачем вам их переписывать? А я знаю, зачем. Зачем? Я говорю, вы уже узнали, что у одной женщины здесь дети. К ней уже там прокуратура, ее уже стращает. Пиши заявление на Лапкина, что Лапкин такой-сякой, там издевается над детьми, землей их кормит, я говорю, и прочее здесь. Они не может быть. Я говорю, как не может быть? Может. Сегодня уже только есть. Звонили, пришли из прокуратуры и говорит, если не напишешь, к следующему вторнику у вас проблемы будут с семьей. Да. Ну, вот я говорю, как, ребята, вы, значит, подумайте, значит, и начальству-то сообщите, что это не гоже так делать. Но сколько вы нас в осаде держите? Мы детей своих не можем выпустить, на улицу держим. Они уедут, как вы едете. Ох, милиция едет, спрячьте скорее. Все, милиция едет. Так это вы их так научили. Я говорю, я столько осталось мне этому учить. Что они? Они сами все понимают. Дети, кого боятся, кого не боятся. Дракулы, скажи, боялись и прятались? Не с добром приехали-то. Вас увидят, говорю, как демонов. Боятся, бегут, как от демонов каких-то. Ну, милиция приехали, милиция, прячьтесь. Это, ну, что ж такое-то? Ну, ночью вы смотрите, а значит, какой целью? Вы ночью приехали там, где дети. В 10, уже с постели нам пришлось, да, поднимать. Цели детей приехали. В 10 часов ночи. Ну и все, здесь я уже... Ну, я говорю, не надо вам это. Вы с начальством со своим как-то поговорите там, это что, нехорошо. Ну и все, я уехал, мне надо было ехать в урывку. А потом мне отсюда звонит... Приехала милиция, вас ждет. Я говорю, ну скажите, я через час приеду, пока там у нас машина сломалась, там пока ремонтировали. Ну, приезжаю, говорит, ждали долго, ждали возле дома. А они стояли тут? Да, а зачем они, говорю, меня ждали? Но они, говорят, с нами здесь никто не хочет разговаривать, с нами только батюшка говорит.
разговаривает. Мы хотели с ним на прощание поговорить, мы уезжаем. Все, попрощаться хотели вроде бы со мной. Но не дождались немножко, минут 15 они уехали, я приехал здесь уже. Но они потом вернулись? Нет. Нет? Все так, они уехали, больше я их не видел. Вот такой был разговор с ними. А как ты говоришь, что-то календари когда-то кому-то тут дарил, что-то кружки подарил, вроде говорят. Нет, так это гостям, которые гости были наши, племянники. А, им? А да. Я думаю, этим. Нет. К слову сказать, потеряевские кружки-то эти, ну, что 25 лет, мне-то так и не дали ни одной, не да подарили. Дадим, сейчас дадим. Забыли, наверное, я или в суете? Это батюшкина каморка. Вот и его хозяйство. Ну-ка, дай-ка я посмотрю хоть один раз. Не запустил. Не надо. Вот свой ольков. Ну, что там? Открушка тебе. О! Вот Потеряевка. Тут сейчас подожди, как мы начали. Вознаменование 25-летия возрождения поселка Потеряевка. 1991-2016 поселок Потеряевка. Цветочки, храм. Ну, батюшка хороший составил. Вот такое дело. Вот я не зря пришел лишь у меня. А гости-то у тебя какие были? Откуда? Кто они такие? Ну, племянник, кто? Арсений с женой из Москвы и Аня с мужем, с ребятишками из Америки. Из Америки. Племянники в Америке. Да. И они узнали, что у нас вот тут такая катавасия. Они очень удивились на фанта. Говорят, интересно, чтобы так, говорят, а почему так полиция, такое отношение к детям? Ну, у нас, говорит, не так. А я еще им рассказал-то, я говорю, а я был в Германии в 90-м году, меня приглашали, и меня пригласили в детский лагерь, там скаутский лагерь называется. Там. Вот. Они там арендуют у частного лица там какую-то площадку, там, допустим, полгектара земли. И на этом располагают там палатки, у них там все. Ну и мы там погостили полтора дня. Я был с епископом Марком. Сейчас он архиепископ берлинский и германский. Когда уезжать, у них книга такая, они попросили, батюшка, распишитесь в книге. Здесь, что вы здесь были посетителем. Я говорю, а зачем? Ну, у нас так вот говорит, что муниципалитет отпускает средства на содержание детей. И я вот был посетитель, я там три раза покушал. Так теперь за это им, ну, как бы сказать, за мои обеды муниципалитет лагерю теперь доплатит, что они израсходовали на гостей. Израсходовали. А когда у нас так будет? Муниципалитет, это значит это. И я этим милиционерам рассказываю, говорю, вот так вот было. Могли бы хоть раз за 40 с лишним лет приехал этот потреб-то на надзор, да и что-нибудь сделал, посмотрел, да, действительно, у вас трудновато вам. Давайте мы вам поможем что-нибудь, обустроим немножко вас. Даже медицинские книжки раньше брали, сейчас стали требовать деньги, и мы лишились. А они не помогают нисколько. У нас проходили, имели книжки. Не только не дают, а вот раньше был прокурор края, Пороскун Юрий Федорович, тогда было по-другому. Он что-то написал местному Мамонтовскому Сухову, и он сам привез мешки, крупы, и сам у меня ссыпал в ящик, сам прокурор района. А с этим я не знаком. Ну, видимо, меняется, от человека много зависит. Ну, вот так вот. Ну, сейчас вот дожди идут, приедут еще или нет. Ну, а у них машина-то ходовая, УАЗик, это самая такая... По грязи самая машина. Так их сколько там было, ты не знаешь? Не, ну утром было двое, а этих я уже не видел. Это прям полная, говорит, набитая была. Это, говорит, вторая машина пришла, говорит, и там еще... Они, видите, как тандем. Они узнают, Роснадзор узнает фамилии, я один раз дал, и они начали их тебе бомбить. А те люди уехали. У меня здесь мальчик и девочка приехали, куча таблеток. Ну, она, женщина сама пришла на встречу у памятника Пушкина, привезла чуть попозже, он был в спортивном лагере. Миша звать, а девочка Оля. Я говорю, я приму, только без таблеток. И они, когда мне позвонили, я, недолго думая, собрал адреса и все им сообщил по телефону. Они начали в этот же день их терзать. Подлость какая. Просто всякие, дайте показания, что с детьми обращаются плохо.
прокуратуры. И стали ей грозить. А она женщина, я не знаю, какую-то должность занимает такую. Она им сразу как отбрила, чтобы больше не видела здесь. Все, больше ни разу не подошли. Вот перед арестом в 86-м году у меня соседка была, а соседи такие неверующие. Ну и подкатил один к ней там капитан и начал говорить: а вы не могли бы, чтобы вот мы приезжали, а вы бы сказали, кто к ней в гости приезжает. А она как взъелась на него: да я тебе как покажу, ты вылетишь у меня из коридора. Ты кому это говоришь? Он: да нет, я просто пошутил, сказал. Все. Они любят, чтобы разговаривали на равных. Если перед ними начинает лебезить, они сразу залазят тебе за воротник и начинают щипать. Вот так. И вот сейчас эта женщина звонила и говорила: насели эти православные. А она как-то лежала с ребенком, и детей у нее разбирали из Знаменской церкви. Я говорю: ты знаешь, Лена, держись за них. Это хорошие люди, тебе помогали. Я не сказал ни одного слова против. Она к нам стала приходить, молиться. Я говорю: нет, ты будь с ними. Они к православной патриаршей церкви принадлежат, а мы к русской православной зарубежной церкви. Но они, по-моему, не со Знаменской, они с Дмитрия Ростовского, наверное. Может быть. Ну, я не знаю точно. Дмитрия Ростовского, да. Так где-то. И вот они сейчас, она мне говорит, они узнали: а ты к сектанту Керетяку послала детей, поэтому помогать тебе не будем, ни машины за детьми не дадим, ничего. А девочки старшие, ей, наверное, уже лет 10-8, они все, с воскресной школы дало ее, больше она у вас не будет учиться. Вот она мне сегодня по телефону сказала, я говорю: ну мало ли еще сказали, это еще... Ну, если и выгонят, какая-то польза им-то от этого? Ну, это сказали там женщины, которые... Я думаю, что это не батюшка сказал, это женщины, наверное, сказали там, которые там, ну, да, были. Но главное, сразу, с угрозой, как вот будто они из одного кошеля вывалены. И прокуратура чем занимается? Сегодня пришли к ней и начали ее по списку подтвердить. Она говорит: ни одного слова не подтверждаю, все это неправда. Дети обуты, одеты, накормленные. И старший был, и матери сказала: мама, следующий год только в лагерь поеду сюда. А Тимофей, Тимошка-то, через прокуратуру он его забрал только. Пристали, вызвали его. Ну, Михаил забрал, он говорит, еще с Сергеем ехал: лагерь этот никогда не уничтожить, пока тут такой начальник лагеря. Ребенок это. Они же видят, дети. Сейчас я расспросил, все довольные, веселые. Ну, вот, уезжает 30-го, я Володе сказал, 30 июля. Сейчас я говорю: отвешай каждому муки, что у нас тратилось на них. Крупы, манки, растительного масла, сахару, ну все, что требуется. Чтобы не было в тягость, mm-hmm. потому что у этих, я пришел, они шестеро, там все мальчики у Андрея, а у Володи девочки на втором этаже. А тут собрались, вместе играют. Все под присмотром. Спрашивают, купаться можно ли? Можно, но по правилам, чтобы не моложе 16 лет человек был и умел хорошо плавать. А мне говорят: а как же с Анфисой? А с Анфисой никто не отпускал. С Лизой. А Лизе 16 или 17. Так, наверное? Да. Вот такие наши порядки для сохранения людей. Вот видите, как они к каждому слову привязываются. Я им все открыл, показываю ролики. Ну, совершенно бесчестно. Давай терзать этих людей, которые ничего кроме добра не видели. Я еще посоветуюсь с юристами, как это выглядит. Дам отчет. Все тогда. Благодарю, батюшка. Ничего не забыл? Да, что, может, и забыл по немощи. А ты, вот говорит, вроде ты говорил мне по телефону один, говорит: а что они все снимают? А, нет, он говорит: а что у вас, вот он снимает, а не разговаривает, мы с ним поговорить, а он не говорит. Ага. Я говорю: вы несете послушание, у вас приказ, да, и вы отсюда не уезжаете, сидите. У него тоже, говорю, послушание, приказ. Да. Так а ему что, кто-то приказал, вам кто приказал? Ну, ваш старший, да, ну и ему старший приказал. Молчать и все. А вот то, что они включили что-то, это им дали указание. Теперь там будут твои слова, они, ну, раскладывать по падежам. Им дали тоже приказ молчать, и все, он исполняет. Да. А кто у вас старше? Ну, по лагерю, говорю, старше начальник лагеря Игнатий Тихонович. Я по другой, по духовной части, я священник. Яким Тихонович. Староста деревни есть. У нас должности есть всякие. Староста храма. Да. У нас должности еще есть, людей не хватает.
Мы же объявились так, чтобы выделиться в сельсовет. А интересно, закон не оговаривает, сколько людей? Не оговаривает. То есть мы совершенно свободно могли стать сельсоветом. Если мы более настойчивы, все, все, уже дошел я, что можно было, но мы поняли, что не нужно этого пока. Это лишнее. Там с отчетом ездить, куда будет. Да, 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 да. Вот. У нас интересно, председатель сельсоветов, вот сколько подряд ставят, ни один вредный на нас не наседал. Нет. Вот Бог делает так. Какие мы, тюхти-то. А что он будет наседать? У него, во-первых, человек наседает тот, у которого есть власть и деньги. А у этого нет ни власти, ни денег. Ничего, он что будет наседать? А он не обидится, если услышит это? А что он? Он зарплату получает, ну какая у него власть, что он сможет? А ты когда первый раз приехал, он тебе еще показал, говорит, одна печать только, и ящик водки для молодоженов. А то когда Мишке Кошевому в Тихом Доне передает, там Гришака поставили, деда там лет 80, он ему передает дела, и печать, вот печать, и стукнул, и пыль пошла. Ты что, дед, издеваешься надо? Никак. Бумаги, говорит, скрозь не считаны, а вот печать могу поставить, говорится. Так, Аня, ну, был он когда-то там скотником, сейчас он председатель сельсовета. Ну, какой это же, ну, чего он может? Организовать или там это? А я вот посмотрел, вот Роснадзор на нас навалились нынче там с прокуратурой-то. Я иду, у меня дорогая песня поется. Благодаря им мы стали ближе к Богу. Лишние домашние дела устранили. И радостнее при виде друг друга. Протянули руку помощи, волонтеры. Только перед этим сообщили волонтерам, к вам хочет пойти Катя Глушкова. Но я с ней поговорил. Она говорит, так я не знаю, как это я. Я, да ты, говорю, подойди, как на Тихоновича. У них сейчас трудности. Я говорю, уехали там. Ну ладно, я подумаю, ладно. А в интернете написали, Галя это, Загуляева была, говорит, ой, как хорошо она с ними беседовала. Все, ну действительно, она выдержанная, все у нее получилось. А я все открываю, говорю, мне говорят, вот вы в интернете выставляете, а они уже знают, что будет. Я выставляю, появляется через неделю только, когда уже избылось это. Нам что скрывать, тем более это призываю, привлекает людей. Вот представьте, на улице гуси, вон они, как приятно посмотреть. Ну, если мне племянники подарили, сложились все, говорит, там кто. И подарили мне. Но? Да. Так они еще уехали? Уехали. А-а-а. Вот эта сумка такая, вот смотри. Да ты запутаешься, когда еще доставать-то. Это мы, Евдокия, помнишь, Кузьмовна у нас была болящая-то? Ей платье шили, Наташа Приходько, она по карману только сразу такая улыбчивая будет. Вот сюда я валидольщик положу. На химзаводе работала, отравилась и... О, Андрей. Ну, батюшка, теперь все. Мы с тобой будем по скайпу говорить. О. Ну, хороший. Так у него русская клавиатура. Они все переделали уже на это. На... Они? Ну, там он был, это они покупали это там. А надписи по-русски буквы это было сделано или? Буквы-то, наверное, были. А что переделали? Ну, а там какая-то была там информация на английском, все, они все на русском. Ну, как пользоваться, видать, там что-то. Они все уже переделали. Во. Ну, богато это тебе, это хорошо. Береги, чтобы тебя его не попроси, без спроса не взяли. Да чтоб матушка только сковородку не поставила на него. Рядом с ним привязывает собаку. Так она сгрызет у тебя его. Вот. Ну ладно, все, благодарю. Пошел. Смотри. Спаси Христос. О, какой, а? Мы все это в интернете, это выставляем в интернет. Ты не а против? Ты что, это. Что ж, у меня такое это. Узнал, жулики-то узнают, что у меня такой богатый это. А? Зачем? А то узнаешь, что у меня портфель такой богатый. А Иван Суворов-то боялся, что в комнате я у него говорил, теперь воры полезут. Я говорю, ну что ты выдумаешь? Ну кто полез? Никого и нету. Ну, дескать, икона там. Я говорю, не придумывай, отец. А что, вот это вот для чего вот это, не знаю, вот это. Тряпочка вот эта пришитая. Ну, разберешься постепенно. Еще непонятно, вскрой, как ребятишки. Сюда бутылочку с водой ставить, когда куда-то идешь. Ну да, папиросы. Все, пошел я, с Богом. А, иди давай.